И снова всем доброе утречко, дорогие друзья и подписчики моего канала. С вами снова Михаил. Сегодня у нас будут адики, друзья, на обзоре. По просьбе одного из моих подписчиков снимаю для вас адики. Это кеды. Давайте пройдем ряд покупку. Какие, друзья, хупсики будут. Сейчас посмотрим их. Вот такие хупсики, друзья. Давайте заценим. Ну, друзья, это ретро Adidas, ретро кеды. 100% синтетическая кожа, правда. Подкладка 100% текстиль. Подошва резина. Данная моделька сделана во Вьетнаме. Размерную сеточку тоже можете видеть на экранах. Но это кому интересно, можете поставить на паузу. Почему-то написано баскетбол, но это, наверное, стиль такой, да, баскетбол. Хотя это никакой не баскетбол. Ладно, давайте их рассмотрим. Друзья, кеды. Значит, чтобы вы понимали, изначально кеды были придуманы для катания на скейтборде. Так что людям, кто катается на скейте, на доске, молодежи, данная моделька зайдет однозначно. Смотрим подметку. Подметка здесь выполнена слоем износостойкого каучука, каучуковой резины, таким вот протектором с надписью Adidas. Абибас три полоски, да, друзья? Малыши, пососите соски. Вот, опять же, смотрим, три полоски сверху используются. Вот эти вот три полоски выполнены из кожи натуральной. Вот, все остальное здесь полностью синтетическая кожа. Значит, данная моделька сезонность имеет у нас осень-весна. Рассчитана максимум до плюс 5 градусов. Ну, может быть, 0 градусов, но под теплый носок не менее. Иначе там уже нога может замерзнуть. Все-таки демисезонные кеды. Также, друзья, эта модель клееная. Вот я не понимаю, что мешало им прошить ее. Было бы вообще топ. Почему они тут не прошили их? То есть, как мы можем видеть, есть фейковая типа прошивка. Вот тут вот идет, да, вот. Типа там прошито. Вот. А на самом деле они клееные. Может быть, это сделано для того, чтобы дать человеку выбор. Если он хочет их прошить, относите их в мастерскую, вам их прошивают плюс еще. Вот по этому краю. То есть, возможно, для этого. Возможно, просто это не подразумевалось, да? Все-таки они именно клееные. По качеству проклейки. Ну, качество проклейки здесь, в принципе, неплохое. Не скажу, что клей прям очень сильно виден. То есть, он виден, конечно, но не так сильно. То есть, не критично, на мой взгляд. В принципе. Значит, в мысочной части мы можем видеть перфорацию больших отверстий. Ну, их тут немного. И перфорация по бокам. 6 отверстий тут используется. Подметка каучуковая. Промежуточная подошва идет единым монолитом, как и во всех кедах. Конечно же, амортизация здесь дубовая. Это я вам сразу говорю, потому что это кеды. Если хотите амортизацию, желательно ставить стелечку мягкую. Soft foam продается тоже в наших магазинах. Спортмастер. С материалом memory foam, который будет амортизировать и смягчать нагрузку на стопу. Вот, сзади имеется надпись Adidas тоже, как мы можем видеть. Задник здесь невысокий, текстильный. Стандартная стелька, друзья, приклеена, к сожалению. Но она тоже текстильная. Вот, как мы можем видеть, там текстильная стелька, но приклеена. Вытащить я ее не смогу. Значит, язык, что хотел заметить, друзья. Посмотрите язык, какой тут. Тоже Adidas Hoops написано, Presence Basketball. Дань баскетбольной моде, так сказать. Сам язык выполнен из полиэстера, и вот как-то вот так вот он оформлен. То есть тут поролон виден, не знаю, я почему-то всегда задавался вопросом, неужели нельзя было сделать. Ну, это типа говорят классик, это что-то дань моды какому-то, может быть, бренду Off-White, и что-то такое. В общем, кто знает, пишите в комментариях, зачем так язык сделан. То есть виден поролон, прошит вот тут. Могли бы сделать более аккуратно, на мой взгляд. Ну, наверное, так было задумано, что ли, не знаю. Ну, кто знает, друзья, пишите в комментариях. Мне будет интересно послушать, почему такой язык с поролоном они сделали. Шнуровка. Шнуровка у нас здесь плоская, как можно видеть. Стандартный хлопок, плоский шнурок идет. Вот, ну, в принципе, это не должно мешать шнуровке. Давайте мы их наденем, друзья. Посмотрим, как они будут смотреться на ноге. Заодно расскажу вам о своих ощущениях. Погнали мериться.
Ну что, друзья, давайте, как обычно, по минусам, потом по плюсам. Но, в принципе, это кеды. Здесь стандартный минус. Это амортизация, которой практически нет, да, они дубовенькие. Зато это плюс для доски. Если вы катаетесь на скейте, то прям супер хорошее сцепление будет с декой. Еще по минусам, ну, наверное, это средняя колодка по ширине, да. И данная моделька не подойдет, если у вас высокий подъем. То есть вот в этом месте, если у вас высокий подъем, при ходьбе вот тут на сгибе у вас будет кожа упираться в ногу. Это минус тоже, прям так больно, когда на сгибе ходишь, либо брать на размер больше. Вот. В целом неплохие кидосики для катания на скейте, для ходьбы осенью, весной. Но, конечно, я порекомендовал сразу же заменить стильку, поставить мягкую, soft foam. Продается тоже у нас в магазинах, друзья, memory foam. Советую сменить, тогда хотя бы амортизация будет получше. Потому что, ну, здесь амортизация очень посредственная. Ну, цена у этой модельки 8000 рублей. В принципе, за 8000 рублей вполне нормально. Опять же, друзья, вы можете сделать скидку на них. Для этого вам просто нужно скачать мобильное приложение Sportmaster. Вот по этому QR-коду, который будет в левом углу экрана. Полностью там зарегистрироваться. Зайти в сообщество у меня на канале. Там вы можете найти промокод на 20% скидку, друзья. Действует на сегодня и завтрашний день, если не ошибаюсь, включительно. Можете заказать два размера домой. Доставка у нас бесплатная курьером. Померите тот размер, который вам подойдет, уже выкупите. Так что удобно, пользуйтесь приложением. Там же вы можете контролировать бонусы, участвовать в разных акциях от Спортмастера. Вот, и смотреть информацию о товаре, характеристики там, в принципе, вся информация тоже присутствует. Вот. Ну, от себя что хочу сказать. Неплохо, вполне неплохие кидосики. Не забывайте, друзья, тоже ставить лайчонок на мой канал, подписываться, делиться этим видео с друзьями, тем, кто интересуется спортивной обувью и одеждой. Для меня это действительно важно. Вот, все-таки снимаю для вас, друзья, исключительно на энтузиазме. Вот, качество видео, как вы можете видеть, стало лучше. Приобрел GoPro 10, теперь с нее снимаю. Так что, друзья, пишите, как качество, пишите, как звук, как вам эта моделька. Вот. Всем, кому понравилось, не забывайте ставить лайчонок, еще раз, подписываться на канал. С вами был Михаил, желаю всем счастья, любви, хорошего настроения. Носите комфортную, удобную, а самое главное, стильную обувь. С вами был Михаил, всем пока-пока. Увидимся с вами в новых видео, в новых стримах. Всем пока-пока.